Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Z Flip 3 очистить историю браузера. В первую очередь откроем браузер, которым мы все, конечно же, пользуемся. Тыкаем здесь, переходим в раздел «История» и нажимаем «Очистить историю». Затем выбираем временной диапазон, за которым мы хотим удалить историю. Это может быть последний час, последние сутки, последняя неделя, последний месяц или же все время. Затем выбираем типы данных, которые мы хотим удалить. Это может быть история браузера, файлы куки данные сайтов, изображения, другие файлы, сохраненные в кэше. И нажимаем «Удалить данные». И после этого история будет очищена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!